Всем привет! Перед тем, как мы перейдем к непосредственно просмотру мега-крутого закрытия сезона гонок москвичей на Феофании, было очень круто, как всегда, с личными рекордами, рекордами круга. Ну, вы это все сейчас увидите. У меня будет одна маленькая просьба. Этот сезон был просто мега-бомбический, крутой. Я даже не знаю, много ли автомобильных клубов в Украине могут похвастаться такой организацией и таким количеством ивентов. Но все это было доступно благодаря спонсорам, которые это все дело спонсировали, вкладывались в автоспорт и всячески помогали этой движухе. Поэтому просьба вообще маленькая, символическая. В закрепленном комментарии я дал ссылочки на всех спонсоров, которые в этом году помогли этой движухе. Пожалуйста, просто перейдите, подпишитесь на их странички, чтобы следующий сезон был еще более крутой, бомбический, и вообще, чтобы он в принципе был. И вы смогли приехать, принять участие, посмотреть вживую как зритель, или же насладиться нашими видосиками, которые мы для вас снимаем. И погнали смотреть! Что случилось? Если на 90 где-то отпускаешь газ на второй, выкидывает передачу на нейтралку на торможении двигателя. Ого. И это очень неудобно. Андрюха, как тебе? Мне бомбически круто. Бомбически? Круто. Это он говорит? Картингист, второй пока в национальном рейтинге, да, в СВС? В кубке городов. Да, в кубке городов. То есть кольцо это круто? Ну, конечно. Так, Рома сейчас на кругового, наверное, пойдет, так чувствую. Едет быстро. Ого-го-го-го-го-го. Есть небольшие технические проблемы, выскакивает вторая передача. Усталая коробка, опять усталая. Феофания почему-то второй раз, когда у нас проблемы с КПП. Хотя так ведет себя относительно надежно, но вот опять какие-то сложности. Но я думаю, это небольшая проблема. Просто очень неудобно будет ему ездить сейчас.
надо приловчиться придерживать передачу или постоянно, когда надо открыть газ, как бы ее подключать. Под нагрузкой она отлично себя держит, на сбросе газа выскакивает. Отлично, отлично. Мощно. Так. Такой вот. Пошел боевой проезд. Вот сейчас будет сильнее дубасить. Главное, с коробкой. Во-во-во-во-во-во. Как широко. Ой-ой-ой-ой-ой. Передачу. Решил не рисковать со второй, которая выскакивает. Ну ладно, посмотрим на времена. Вторая передача. Вот ты. Вот это да. Вот это крутячок. Фух. Не слабо прет. Ну, я так понял, терпимо, да? Да не, ну блин, я сцепление выжимаю, настолько кидает, если поворот не на передаче жестко проходить. А если жестко? Если жестко, хорошо рулишь, а если не жестко, то там закидывает, когда на ускорение сцепу отпускаю, зад начинает мести. Не, мне показалось, что время хорошее будет. Ну, блин, так тяжело было управлять. Ну, кидало меня, я корректировал. Не дожди. А что там было? 33-77. Во-во-во-во! Вот это я понимаю! 34 низкие два раза. Ну, и 33-77. Было очень и тяжело. И вот в этом повороте у тебя передняя так, левая. Вот первый круг, если не перетормозил бы там. Так, а знаешь что? Сейчас, когда на тренировках проехали, вышло, что когда на 90 газ отпускаешь, передачу выбивает. И пришлось выжимать цепу, а тогда начинает так кидать, блин, когда не жесткая на передаче. Уже... Если бы там не жесткое движение, то было бы лучше. Стекаешь? Да. Thank you.
классно было. В отсечку выкрутил. Как постреляло хорошо, да? Так. Траектории красивые. В первой сессии у нас личный рекорд Феофании 33,7. Кстати, можете зайти в инстаграме, группа есть Feo Time Attack, и посмотрите, какие машины сколько едут, и 33,7 в абсолютном понимании это сколько. Это не так-то и плохо вообще, в целом. Я не говорю про москвичи сейчас. Так, и на этой сессии он решил немножко посейвить, ехал несколько кругов просто на третьей передаче всю трассу. Кстати, времена получаются стабильные и довольно неплохие, но на рекорды тут пойти нельзя будет. И пару кругов он бахнул именно очень-очень хорошо, даже вот здесь вот на прямичке отстрелил в отсечку, докрутил вторую передачу в максимум. Идем смотреть время. И вообще, может быть очень интересно, я должен вам сказать. А, сейчас Валера поедет еще. Точно, Валера. Тоже красиво. Сегодня занимает Кулик Виктор, 3377. Это твоя? Уже нет, ты понял. И вот этот вот замечательный кубок. Отлично. Давай вот это. А что, пакетик еще дают ему? Какой? Это вот этот за кола? Бери пакетик. Отлично. За занятое второе место сегодня в классе 1500 с результатом 1 минута 22 секунды 9 миллисекунд занимает Ященко Виталий. Браво! Становись, не уходи. И в паре с ним, да, вот сегодня в классе 1500 с результатом 1 минута 17 секунд 25 миллисекунд занимает Бондарчук Роман. Первое место. Бондарчук Роман. Это тебе? Потом поставишься. Дома будешь веселиться. Улыбнитесь, фотки сделайте. Мы тоже обязательно нужно смотреть фотоаппарат и улыбаться. Что? Что? Что это? Что это? А, у него кубка нету. Ага. Хорошо. Окей. Кубки, радости. Все дела. Все, поулыбались, пофоткались. Следующий. Значит, класс 1700, 2 литра. Это серьезная движуха на самом деле пошла. За третье место награждается неожиданно с результатом 1 минута 12 секунд 73 миллисекунды Волков Валерий. Поздравляю, это вам. Поздравляю. Да, вы давайте ему кубки и грамоты. Второе место в классе 1702 литра с результатом 1 минута 07 секунд 96 миллисекунд Кулик Виктор. Уже это тебе. Браво, Виктор! И первое место! С результатом 1 минута 07 секунд, значит, 92 миллисекунды занимает Лапаус Максим. Красавчик. А какая разница во времени? 4 миллисекунды. Там вообще красавцы, они бьются вообще. Супер, фотки, грамоты, все дела, улыбаемся. Все, сфоткались? На фоне смотрим. Ой, красота какая. Какие вы красивые. Супер. Да, все молодцы. Теперь, значит, еще мы награждаемся за пиццунком трехкубный измагай. Держи, это опять тебе. Можешь пока поставить на пол там, типа, или на машину там, как-то это. А какой кубок? Валера, Валерон, какой кубок?
Какой кубок по итогу змагання? Итого. Класс. Это получается ему 1500, вот этот. Вот этот. Иди сюда. Вот это тебе. Это. Понял? Все тебе. И первое место в классе 1500 по итогам всего года, по итогам всех трех змагань, которые у нас відбулися, да? Бондарчук Роман. Класс, держи. Вот это тебе, и вот этот кубок тебе. И теперь серьезные тачки пойдут у нас по итогу года. Значит, за третье место по итогам года. Как вы думаете, кто? Валера! Точно не угадал ты. Это у нас Клопоус Максим. Класс. Если бы первый этот бы не пропустил, был бы выше. А так... Понял, да? Приезжай на все воронки. Стой, не уходи. Ага. Второе место в классе 1700. Там 2 литра. Записывают трех соревнований. Занимает Кулик Вита. Держи. Это тебе. И первое место неожиданно прорывается в плотной борьбе Волка Валерий. Красава. Да. Пакет на машину. Фотки делайте, улыбайтесь. И теперь давайте все на лучшее фото. Все, кто был, все, кто участвовал, все вот. Так что всем спасибо. Всем удачи. И впереди зима, строим тачки дальше, чтобы улучшаться. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.